Всем привет, народ! Только вышло обновление, а я уже сразу иду открывать новых 50 баксов. Сейчас загрузится только. И вот, вышла новая долгожданная коллекция. Fable. Или как она? Как видите, на моем аккаунте сейчас находится 8000 серебра. Поэтому мы берем и закупаем 50 баксов. Погнали. И у нас теперь есть 50 фейбл боксов. Что у нас есть? Новый скин на АКР. Анкомонка, кстати. Странно, я бы не назвал ее анкомонкой, я бы ее как минимум раркой сделал. Ну да ладно. Ну что? А, так, еще вот есть этот. 5-7. И... Тег 9 тоже. Классная пушка. Ну все, теперь погнали. И... Было близко. Было очень близко. Кстати, красивый этот. Петух. По 90. Открываем следующее. О, да-да-да, стой. О, да. Первым есть это. Хочу сказать, что сейчас еще нету рынка, то есть рынок закрыт, поэтому скины можно получить только из кейсов. Ну, или из боксов, в моем случае. Теперь у меня есть новенький офигенный АКРчик. Так, ну опять. Камонка, куда же без нее? Открываем дальше. Давай. О-о-о! Новая пушка, на нее скин нашел. Не как нашел, выбил. Next. Давай, хотя бы синьку. Давай. О, юспик. Офигенный юсп. Золотой. Ну, у меня юсп есть уже. Даже два. Ну, не таких, правда, но... Не покруче будут. Так, что еще есть? Давай, крутись. Блин. Опять комонка. Ну ничего у нас еще. У-ху-ху! У боксов. О! Тег 9, Аврора. Офигенно, он так красиво переливается, вообще кайф. Кстати, давайте так. Как только это видео набирает 15 лайков, я выпускаю вторую часть. Я не выпускаю, я начинаю записывать вторую часть. Так что давайте. Я уверен, вы сможете. Пятен, комонка. Ой, просто комонка. Уфу-фу, пипец, мне еще тут боксов. Надеюсь, мне сегодня выпадет хотя бы. Блин, дигл был рядом. Если мне сегодня хотя бы одна легендарка выпадет. Честно говоря, мне еще ни разу с боксов не выпадала даже фиолетка. Единственное, мне один раз выпала этот синька, рарка. И все. Я сколько боксов открыл, мне только одна синька выпала. О, стой. О! Тоже красивый скинчик на MP7. A few moments later. Первая, точнее вторая моя синька. Офигенный блок. Ну, у меня есть G22 Nest. Где он, кстати? Вот. Ну, побегаю потом с ним тоже. Блин, вторая синька, офигеть. Ух, я уже думал, еще сейчас одна выпадет. О, блин, напишите в комментариях, у кого сколько выпадало синик. Или вообще, какие вам выпадали эти. Скины из боксов и из кейсов. Будет очень интересно почитать. Я вот говорю, я открыл уже, наверное, не одну сотню боксов, а мне всего-то выпало две синьки. Вот одна, это была M4 Pro. Вторая вот сейчас.
Офигеть! Третья синька. Еще и тот, который я хотел. Офигеть. Теперь у меня будет всегда этот скин надет. На 5-7. Офигеть. Давай, что еще выпадет? Фиолетку. О, блин, было близко. У меня сейчас еще одна синька выпала, я просто офигел. О, давай, стой. Ну куда ты? О, начала фартить. Открываем дальше. Опять шлак падает. Интересно, сколько я получу голды, если все это продам из новой коллекции? Можем мне Дигл Эйс? О, стой, 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 да. Офигеть, третья синька. Топли. Не, четвертая, офигеть. И все скины, которые я хотел, просто офигеть. Дальше. Что-то начало форсить вообще. Толк крутится, нет? Блин, фиолетки были рядом. О, блин, осталось всего-то 10 кейсов. Ой, каких кейсов, боксов. О, юмп, 45. Пиксель B2. Кстати, очень красивый скин. Понимаю, почему он такого низкого качества. О, стой, 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 стой! Да! Офигеть! Desert Eagle Ace. Как кайф. Теперь у меня будет, ура! Так, осталось всего чуть-чуть боксов. Давай, 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 давай. Блин. О, давай. Блин, не долетело. И на этом моменте у меня крашилась видеозапись. Супер. Но дальше все равно ничего интересного не было, так что, я думаю, не сильно страшно. Поэтому не забываем, как только вы набираете 15 лайков, я начинаю записывать вторую часть. Так что все зависит от вас. Ну и все. На этом я с вами прощаюсь. До следующего видео. Все. Всем пока.